Народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву увековечили в образе миниатюрной куклы. Создатели игрушки – московские дизайнеры, а сама певица была в восторге от такого подарка. Кукла, я думаю, для моей семьи, это как, не знаю, реликвия теперь будет, да, Лишка? Символ. Мы будем ее беречь, и мы поставим ее в серванте, обязательно сделаем стеклянную витрину и будем беречь ее. Кукла выполнена в единственном экземпляре. Роспись лица, укладка волос и костюм сделаны вручную. Отмечу, что скоро у Розы Рымбаевой юбилей творчества. На эстраде она уже вот 40 лет. А в ее планах выступления с праздничной программой не только в Казахстане, но и России.